Всем доброго времени суток, уважаемые, также подписчики и гости моего канала. Ну вот, сегодня пойдет речь про очередные воблеры от Strike Pro. То есть цикады я их не попробовал, шнуры попробовал. Ну и, конечно, вот прикупил какое-то количество мне понравившихся воблеров. Ну, я много не брал, взял так чисто на тест-драйв, чтобы проверить и узнать, что это за воблеры, так как эта фирма меня уже заинтересовала, каким образом я вам уже рассказывал. И вот по таким интересам я обратил на нее внимание, посмотрел ценовые категории воблеров и вот решил прикупить. И вот сегодня пойдет речь о таких воблерах от Strike Pro, как Turtle. Вот такой вот формы они, видите, сделаны. Правильно, я думаю, назвал название. И прошит. Вот. Вот так они выглядят. Ну вот, действительно, эти воблеры можно отнести, скажем так, к антикризисным, потому что цена их очень веселая. Я вам цены ничего называть не буду. Кому интересно это все прикупить, могут посмотреть, зайти на официальный сайт Strike Pro, могут пройтись по своим магазинам, которые расположены в их месте проживания, и если они имеются, и посмотреть. Потому что действительно, на самом деле, с такой ценовой категории эти воблеры можно отнести к бюджетным и тем более к антикризисным. Ну и вот здесь они у меня в упаковочке модели, но кое-какие модели уже были затестены, испытаны в условиях суровых условиях Дальнего Востока, именно по горным рекам. И я вам скажу, что зарекомендовали они себя очень даже неплохо за эти цены, а можно сказать, очень даже замечательно, потому что воблеры выполнены очень качественно. Самое главное, они хорошо отбалансированы и сконструированы. При проводке на быстром течении, как бы сказать, никаких таких нюансов, как заваливание, выскакивание из воды, не было замечено. И самое главное, эти воблеры понравились нашему дальневосточному хищнику как линок. То есть линки начали обожать такие воблеры. Но вот таймишонка пока поймана на него не было, потому что пока вот идет такой сезон с тайменями, пока напряг. Но я больше чем уверен, если это понравилось линку, то это, соответственно, понравится таймишонку и тем более нашему амурскому хищнику, как там, не знаю, щука, верхогляд, можно сказать, много назвать такие, хауха. Ну, это тоже еще мы все будем пробовать. Но, тем не менее, были уже пойманы первые рыбы. И, может быть, в ближайшее время, когда начнется, вот сейчас уже конец сентября, начало октября, я уже постараюсь снять отдельное конкретное видео, как эти воблеры работают в деле. Ну и вот, давайте рассмотрим определенные модели. Вот, например, ProShed 70. Почему он назван 70? Потому что длина его 7 сантиметров, грубо говоря, вот так вот они позиционируют. Вес его 12,5 грамм, глубина погружения 2,5 до 3,5 метров. Вот видите, Strike Pro очень четко все классифицирует. Тут полностью вся исчерпывающая информация, которая нужна. Номер модели, цвет, длина, вес, глубина погружения, адрес в интернете. Все есть. Видите, как классно все сделано. Написана ручная работа. По-русски. Вот такая практичная упаковочка. Можно его туда достать и посмотреть. Вот такие шеды очень понравились у нас горным хищникам. Видите, если присмотреться, качество его выполнено очень достойно за эту ценовую категорию. У этой модели крючки VMC. Вот именно к таким моделям, крючкам VMC у меня претензий меньше всего, скажем так. Хотя я VMC не люблю, но вот эти одни из самых таких более адекватных крючков VMC-шных. Тем более на небольшого хищника, как мы видим, размеры воблера, этого более чем хватит. Очень хорошая детализация.
Видите, как чешуйка. Покрытие голографическое. Хорошая лопатка. Не будет ломаться нигде ничего. И самое главное, шумовая эффектность воблера, она там присутствует. Видите, как, если слышно при боковых раскачиваниях, так и при продольных. Вот. И самое, что интересно, почему вот именно эти воблеры интересны для нас и заинтересовали лично меня. Потому что длина как бы 7 сантиметров, это такая хорошая, приемлемая длина, на которую очень хорошо реагирует наш хищник, как клинок. И его вес 12,5 грамм. Это как раз хороший будет заброс происходить, 12 грамм, уверенный заброс, очень точный. Глубина погружения у него получается от 2,5 до 3,5. Это он хорошо будет с такой глубиной погружения просто идеально простреливать плесы горных рек, ну, либо верховья горных рек. То есть там, в принципе, самая нормальная глубина на плесах это вот от 2,5 до 3,5. То есть он прострелит любой нормальный плес, где стоит линок. Ну, если уже наткнется на большого тайменя, то я думаю, таймень тоже от него не откажется. Вот. Раскраски, опять же, у Strike Pro бывают самые разные, всевозможные. Можно говорить, по окраскам проблем нет. У Strike Pro вся продукция выполнена в очень большом ассортименте цветовой гаммы. Так что можно на любой цвет и вкус подобрать такой вот воблер. Ну и давайте расскажу про Turtle 65. Как правильно он читается, я не могу вам сказать, может быть, я читаю по-английски неправильно. Вот посмотрим все его характеристики. Он опять же у нас 12 грамм. Это от 3 до 4 метров погружение. 65 сантиметров его длина. Вот. Выполнен тоже очень-очень качественно. И самое, что интересно, тоже бюджетная ценовая категория. Но вот именно эта модель, она от ProShed. В принципе, чем-то они по форме похожи, да? Но она буквально подороже там какие-то десятки рублей. То есть разница в воблерах десятки рублей. Ну, а здесь мы уже видим крючки Owner использоваться, видите? И все тоже на более достойном качестве выполнено. Тоже голографическое покрытие с детализацией. Голографические глазки. Сверху логотип Strike Pro. Хорошая лопатка, видите, с усиленным ребром жесткости, чтобы не сломалось ничего. Вот. Тоже очень хорошо себя ведет. Видите, на конце прям такая металлическая цельная пластина сделана, видите, то есть не куски проволоки, а прям плоский как бы профиль металлической пластины. Здесь видно просто как бы проволока на этом воблере, а здесь прямо металлическая пластина, хотя разницы между ними всего там, по-моему, то ли 15, то ли 20 рублей, но качество вообще четкое. Вот такие окрасы очень хорошо работают у нас на Дальнем Востоке, естественные. Ну, по крайней мере, они мне нравятся. Тоже глубина погружения очень хорошая. Можно хорошие плесы 3-4 метра с запасом пробивать именно глубокие плесы на горных реках, где стоит линок и таймень. Вот. Тоже очень качественный воблер. Выпускается в разных цветовых гаммах. Очень много всяких цветовых гамм. Ну, вот я брал, видите, еще красноголовика. Распаковывать я его уже не буду. Я его взял просто, чтобы вам показать. Вот. Все то же самое. И вот получается, вот такие вот типы воблеров уже себя, ну, в моем лице зарекомендовали. Меня тут как-то просили в письме, чтобы я снимал, как бы сказать, видео про бюджетные, там, доступные, там, вещи. Ну вот я, наверное, Strike Pro можно отнести действительно к антикризисным рыболовным снастям с очень повышенным высоким коэффициентом качества, в отличие от других фирм. Как они выполнены и как они работают,
вызывает очень большое уважение. Есть крючки Увнар и ВМС. И самое главное, цена смешная. И ничем они не уступают очень самым крутым и дорогим брендам, по крайней мере, в моем лице. Вот. Дальше я буду тестировать эти воблеры. И, возможно, если все получится, сниму видео, как наш дальневосточный хищник клюет на такие приманки. Вот. Всем спасибо за внимание, уважаемые. Кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. До свидания, до новых встреч.